В Улан-Удэ появится кванториум. Идею детского технопарка предлагает главе республики Министерство образования. Новая площадка позволит школьникам не только развиваться в области инновационных технологий, но и создавать их самим. 5 квантумов по 5 направлениям. Пропускная способность данного технопарка 800 детей в год. Это обучающиеся, которые будут осваивать полную программу дополнительного образования. В целом, сама идея технопарка не нова, на что и указал министру Алексей Цыденов. То есть мы сейчас не обсуждаем, нужно, не нужно. Нужно, не нужно, мы обсуждали раньше. Сейчас не нужно агитировать за то, что какой-то хороший проект. Это уже пройденный этап. Сейчас вопрос о реализации проекта. То есть в рамках проектного управления. Включайтесь в таком формате именно проектного управления. Несмотря на замечания, Алексей Цыденов одобрил строительство детского технопарка и отметил, что выращивание кадров именно в инженерном деле будет залогом технического прогресса. Также на совещании по проектному управлению глава республики выслушал отчеты по уже довольно известным проектам «Цифровая экономика», «Социальная деревня» и «100 сел Бурятии».